дома тесто. Здравствуйте! Всем привет! Сегодня утром мы снова будем работать над своим телом. Сделать все правильно и быстрее достигнуть результатов по уже доброй традиции вам помогут. Буткевич Екатерина и Никита Нижний. Катя, как ты думаешь, какой группой мышц мы сегодня займемся? Что будем совершенствовать? Я думаю, подошло время прокачать ноги. Лето на носу, вот-вот июнь. Супер, тогда за работу. Итак, первыми мы будем делать приседания в разножке. Это упражнение поможет проработать рельеф мышц ног. Исходное положение – стойка в разножке. Ноги стоят параллельно друг другу, устойчиво на полу. На вдохе выполняем приседания. Угол в коленном суставе не менее 90 градусов. На выдохе плавно поднимаемся вверх. Выпады можно выполнять и с отягощением. Однако будьте внимательны, чтобы не травмировать коленный сустав. После небольшого отдыха продолжаем нашу тренировку. Для выполнения следующего упражнения нам понадобятся гантели. Это базовое упражнение для мышц бедра. К тому же оно рекомендовано тем, у кого есть проблемы со спиной. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, гантели в руках. На вдохе выполняем приседание вниз. Угол в коленном суставе примерно 90 градусов. Спина при приседании, угол примерно 45 градусов. На выдохе медленно встаем в исходное положение. Приседания с гантелями выполняем 3-4 подхода по 8-12 повторений. А пока вы переводите дух, вот вам несколько полезных советов. После выполнения упражнений обязательно выполните растяжку. Она поможет организму быстрее восстановиться. В еде отдайте предпочтение легким и непересоленным блюдам. И главное, верьте, у вас все получится. А на сегодня у нас все. Время пролетело незаметно, а так много хочется показать. В следующий раз будет еще интереснее. Мы уж постараемся. Ну тогда до новых встреч. Будьте здоровы.